чем мы мыслим, просыпаясь? Кому, чему направлен взор? Куда спешим, рассвет встречая? Спешим, с кем начать разговор? Везде успеть и все бы сделать, как мало времени на то, и в мыслях все перебирая, мы вьем все большее гнездо. Так пролетают наши годы, подъемы, спуски, радость, грусть в учебе, дома, на работе, все больше за плечами груз. Почти что даже не заметил, как охватила суета. Но почему душа стонает? Но почему она пуста? Голгофа стала вдруг далекой, неважной жертвой стала вдруг, спеша решить свои вопросы, нас захватил житейский круг. О, мысли, мысли, кто бы смог остановить поток суетный? О, мысли, мысли, кто помог отпор им дать тогда ответный? Я не способна на такое, нет сил во мне, чтоб против стать. И снова силы покидают, я не способна воевать. Я снова плачу, снова каюсь и о прощении молю, и снова перед ним склоняюсь, мне выход указать прошу. Бог не оставил долго ждать, ответив слово посылая, не дал мне также унывать, советы чудные давая. Он указал, где я теряла и почему скорбит душа, и отчего так веры мало, и почему там пустота. Для Бога день лишь средь недели, поверьте, мало отдавать, и месяц распять на вечере, чтоб смерть Господню вспоминать. Мы мало думаем о Боге, и потому у нас пустота. Мы мало думаем о Боге, и потому скорбит душа. Мы мало мыслим о Голгофе, и потому она чужда. Так редко на нее восходим, чтоб преклониться у креста. А надо б чаще взор усталый на крест тот люди поднимать. Нам надо часто, постоянно на лик Спасителя взирать. Ты не увидишь красоты там, и пышности там вовсе нет. Там кровь стекает с рук пронзенных, чтоб грех забрать твой человек. Там умирал Творец Вселенной, чтоб жизнь нам вечную иметь. Я не могу плотским умом твою любовь уразуметь, но все смотрю, склоня колени, свой взор направив на него, и сокрушаясь, понимаю, как любит Бог нас велико. Там на Голгофе наша сила, душа покой там обретет, там смерть друзья не победила, там сердце снова оживет. Себя увидишь там ничтожным, но будет сильным там твой Бог. Дарует все он для победы, и скажешь, лишь с тобою смог. Поэтому нам надо чаще цену спасения вспоминать, не месяц раз, а ежедневно туда всходить, чтоб устоять, чтоб устоять в нелегкой битве среди сомнений и тревог, чтобы, склонившись на молитву, к тебе пришел великий Бог. И слезы снова так невольно скатятся тихо по щекам, и сердце радостно, свободно, но вознесется к небесам. И все тревоги, все заботы уйдут куда-то далеко, и славя Бога за Голгофу, пойдешь свободно и легко. И потому не приходите, не проходите сторонкой старого креста. Туда почаще приходите, там жизнью Боги полнота. Стремись к Голгофе, просыпаясь, туда направи лишь свой взор, там Иисус.
видишь, там для души твоей простор. Слава Богу.